На этот раз мужчины не пропустят дам вперед. В эту субботу в 12 часов дня они первыми шагнут в двери торгово-развлекательного центра Рио, заберутся на второй этаж и прямо напротив зоны фудкорта встретятся с самым непредвзятым из судейств. 18 октября реалити-шоу «Трансформация» официально стартует с мужского кастинга. Двумя часами позже представительницы прекрасной половины человечества также преодолеют наше первое испытание. Попытаются понравиться членам жюри, ответят на ряд каверзных вопросов и, вероятно, чего-нибудь продемонстрируют. Чего конкретно? Сюрприз. На кастинг мы приглашаем всех, кто успел зарегистрироваться на сайте Курган.ру в разделе конкурса «Трансформация» и намерен продолжить борьбу за главный приз проекта «Новенький скутер». Те зарегистрировавшиеся, кто по каким-либо причинам на кастинг не придут, с гонки за первое место автоматически снимаются. Не обессудьте, конкурс есть конкурс. Приходите в субботу 18 октября на кастинг в торгово-развлекательный центр «Рио» и отстаивайте честь своего пола. Не того, что отделяет ваш третий этаж от второго, а того, чьи признаки позволяют отличать мужчин от женщин. Напомним, цель нового реалити-шоу «Трансформация» – выяснить, кто круче – мужчины или женщины. Вас, уважаемые зрители, также просим не остаться в стороне от решения этого наболевшего за века и даже тысячелетия вопроса. Присоединяйтесь в субботу к нам. Смотрите прямую трансляцию мужского и женского кастингов прямо из дома на сайте Курган.ру в разделе конкурса «Трансформация». А вы за кого? За мужчин или за женщин? Юлия Смородина, Глеб Печорских, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру.